летным составом построиться здесь. Прибыло на станцию погрузки, разгрузились благополучно, местное население встретило хорошо. Сейчас совершаем марш своим ходом в лагерь.
На пути встретилось одно из сложнейших препятствий, это железнодорожный переезд. Ворота там очень узкие. Благодаря мастерству механиков, водителей, благополучно преодолеваем данный участок. Угу. А куда следуете? Следуем в лагерь на полигон Дойтынам для участия в международных тактических учениях Селинга 2021. Крест узкий, для машин как бы такого класса не приспособлены. Все зависит от мастерства водителя-механика. Проходит все нормально. Справляется задача? Да, справляемся.